Пьесу уже увидели в некоторых регионах в рамках проекта «Молодость», благодаря которому жители провинциальных городов знакомятся с современным театральным искусством. 9 месяцев 40 недель. История о том, что переживают и чувствуют беременные женщины, только что узнавшие об этом событии или вот-вот ожидающие рождения ребенка. Диалоги – это слова реальных женщин, но играют их в спектакле только мужчины. Их героини разного возраста, социального положения. Каждая живет своей жизнью, но объединяет их всех одно – скоро они все станут мамами. Это театр, сделанный по системе интервью. То есть сам спектакль, сама пьеса там строится по-другому. Нет изначального произведения, на котором основываются режиссеры и актеры. Это скорее интервью, это какие-то события, это какие-то сюжеты из жизни настоящей, которые актеры собирают в процессе постановки, потом выносят на сцену. В пьесе много импровизации. Авторы постановки – актеры Алексей Куличков и Сергей Шевченко. Материал для пьесы собирался около 2 лет, и, судя по отзывам, она никого из зрителей не оставила равнодушным. Спектакль пройдет на сцене Тамбовского молодежного театра 5 декабря в 19 часов. Билеты, говорят организаторы, в кассах пока еще есть.